комментировал, дает судья соревнований Андрей Верховцев, город Казань. Андрей, поделись впечатлением, как прошли игры, как судилось в Нижнем Тагиле? Ну, так как я уже второй тур подряд здесь, я уже все знаю. Команда 2007 год, мальчики неплохие, особенно ваша тагильская. Она обыграла всех здесь, была на голову выше. Впечатлила, да? Впечатлила, да. То, что ребята молодцы, умеют играть. Тренер Нина Александровна научила их. Ну, а так. Ну, кроме тагильчан, кого еще отметишь, кто тебе понравился из команд? Кто себя дисциплинированно вел? Из команд Тагила или? Не, из, ну, кроме Тагила, вот. Да, в принципе-то можно всех команд отметить, там и КБ, и Екатеринбург имени Мышкина, и все остальные команды тоже можно отметить. Ну, пришлось тебе жить в Нижнем Тагиле очень долго, как мы знаем, 11 дней тебе пришлось судить, еще один день. Какие впечатления от нашего города? Удалось где-то погулять, какие-то места посетить за это время? Если честно, мы живем в таком месте, где... В Ключиках? В Ключиках, да, но где вообще невозможно погулять где-то по городу. Ну, в Дупо-то сходили, там поблизости? В Дупо сходили, да. Кинотеатр? Нет. Не удалось так посетить? Мягкие диваны? Классный торговый центр, да, вообще. Я был в шоке, если честно, когда приехал сюда. И увидел такой торговый центр за городом, получается. Угу. Так, в Тагиле не получилось погулять. А вот вчера у нас тут еще инцидент произошел, когда вот из Ключиков там команды выезжали, не попал ты у него, что там поезд остановился? Нет, не попал. Ты нормально все доехал, попал, все да. Хорошо. Ну, если мы вот в Казань приедем в Старый Соболь, к вам, какое место советуете посетить в первую очередь? Ну, это, конечно же, Казанский Кремль и улицу Левобулочная, Правобулочная, если не ошибаюсь точно. Просто я в Казани живу тоже недолго. Ага. И всего не знаю. Угу. Ну, да, памятник там, символ какой Казани? По-моему, дракон же, нет? По-моему, да, дракон, но... Еще не удалось его увидеть, удалось. Найти. Вот, спасибо большое, успехов вам уже в суде, в следующих матчах. Спасибо. Приезжайте еще в Нижний Тагил. Да, конечно. Со стадиона Люминфилд еще немного, и команды разыграют мяч. Меня зовут Георгий Черданцев. Со мной, как и всегда, мой коллега Константин Генич. Всем привет! Позади квалификация Generic International Cup. Впереди групповой этап. Смотрим стартовую встречу в прямом эфире. Сборная США сыграет против сборной Германии. Очень хорошую игру предстоит нам увидеть, Георгий. Команды действительно играют сегодня очень интересно. Первый тайм начался. Достаточно места для атаки по флангу. В офсайде оказалась команда. Хорошее движение с мячом. Выручает она свою команду. Перехват. Мяч у Сауэрбрун. Мелани Лойпольц. Мяч перешел к другой команде. Дженнифер Марушан. Счет открыт. Быстрый гол смогли забить. О лучшем начале, наверное, и мечтать не могли. А вот сопернику теперь действительно будет очень тяжело вернуться в игру. В
Еще раз нам гол повторяет. Отмечу в этой атаке игру в пас и взаимопонимание игроков. Очень хорошо они разыграли свои движения. Да, и очень классно сыграно в завершении. Вышла партнерша один на один с голкипером и мощно уложила мяч в сетку. Прекрасная комбинация. 1-0 в нашей игре. Набирает обороты эта атака. Гол! Германия! Счет теперь. Кто знает, может быть, еще голы мы увидим. Продолжает идти вперед. Можно бить. Мяч в воротах оказывается. Посмотрим еще раз гол. Конечно, вратарь... В центр штрафной мяч направлен. Совсем не получилось у защиты надежно сыграть здесь. Отличный отбор, соперник без мяча. Сара Дебриц. И теперь с мячом будет соперник. Здорово отдает на ход. Прекрасный пас на ход. И это гол! По своему опыту скажу, не каждому дано после такого прорыва сохранить достаточно ясную голову, чтобы точно ударить по воротам. Такое преимущество еще в первом тайме немыслимо. Похоже, судьба матча решена. Есть куда на фланге пройти. Отлично в прессинге сыграно и вернулись. Может забивать. И есть гол! Отлично на повторе видно, как защитница на момент буквально потеряла позицию. И все. Атаки этого хватило, чтобы довести дело до гола. 5-0. Куражится команда как может. Здорово сейчас может контратака пройти. Домой нужно возвращаться обороне. Вы видели, вы это видели. Гол всем голам, гол. Добавляйте его во все хит-парады, подборки и лучшие голы сезона. Честно говоря, смотря на статистику, особо не понимаю, как соперник сможет отыграться по такой игре. Счет не в их пользу, это понятно, но и по остальным. Постой, вот опасный момент. А тут что? Гол! Гол! Еще раз гол! И чисто сыгран. Дженнифер Маруша. Мяч все ближе к штрафной. Немки забивают гол. Классно идет вперед. Забивать нужно. И мяч залетает в ворота. Пас, что тут получится? Катают они мяч. И это должен быть гол! И это хет-трик. Это уже третий гол в сегодняшней игре. Ее действительно достижение. Она сегодня молодец.
Идет в штрафную мяч. Какой мяч! Какой мяч в воротах! Украшение всего матча! Здорово получается продвигаться вперед. Вы видели, вы это видели! Гол всем голам, гол! Добавляйте его во все хит-парады, подборки и лучшие голы сезона. Лучше уже не будет. И все, звучит финальный свисток арбитра. Матч завершен. Они одерживают победу в стартовом матче Лиги Чемпионов. Хороший матч они провели сегодня, и это заслуженные 3 очка. Они играли заметно лучше и были активнее соперника по всему полю. Очень уверенный старт. Slumber through till we're out in the deep. Took the brunt of the boulder. Couldn't have something they couldn't see. Made a mess of the border. With a new strength. Вышли из Динамо. И у нас тут птички. И дождь опять не попали. Весна в разгаре. Дожди идут. Все на хоккей, все, чудо-суперматч, Куба Гагарина в нашей, уже в нашей, похоже, тут степи полосе. Идем. В общем, наконец-то мы Андрея нашли со второй попытки, вот он, наш друг из Ижевска, но почему-то он в Казани. Почему-то Андрей в Казани. Я уже казанский. Уже Ижевск забросил, да. Родной край, понятно. Кинул. Понятно. У тебя тут же землячка еще, вот она вчера подсказала, что ты где-то тут. Ну, судья там за столиком. А-а-а. Тоже из Ижевска, помнишь? Я да. Когда приезжал, она была. Понятно. Не знаю, где Андрей, сама не местная. Ничего подсказать не могу. Пришлось тебе писать. Ну, у нас напряженный матч, играет Томск и Бинск. Это откуда вообще города такие? Когда слышу. Бинск и Башкортостан. А, это сокращенно, что ли? Нет, это города. А, Башкирия и... Оренбурге. В Оренбурге. В Омске, да, есть такой город? В Омске, в Оренбурге. Ну, понял. Это, получается, у нас идет финал КС Баскет Приволжье, да? Приволжье. Ну, кто тут рулит-то? Я вчера, когда был на матче, Самара зарулила тут. Фаворит она? Нет. Нет, а кто фаворит? Фавориты, ну, по мнению коллег из столика, ага. Новгород и Киров. О, Киров есть. У меня красота дня сейчас Кирова была. Круто. Когда финальные игры будут? А? Когда финальные игры будут? 19-го. 19-го все, определится чемпион, да? Да. Ну, онлайн же можно посмотреть из дома даже, из стадиона. Завтра уже уезжаем. Ну да. У нас время 35-37, пока Уфа, да, выиграет. Башкортостан. Ну, их не область. И что, выиграли, что ли? Все выиграли? Нет, спалили. Кто сейчас будет пробивать? Девочка из Башкортостана. А, то есть они сейчас увеличивают преимущество, выиграют 39-35. Ну, такой план. Смотрим первый номер. Ну, мы тут не знаем никого по фамилиям, да? Да. Только номера. Первый номер из Башкортостана. Сейчас будет пытаться сдвинуть счет с 37 на что-нибудь повыше. Кто-то уже плачет, кто-то уже от расстройства, что проиграли. Это кто? Отск? Плачет. Они плачут от радости. Они плачут от радости, не зря. 38-35. И я жду 39 будет, 35, фантастика, вот эта концовочка. Сейчас пойдем слезы снимать. Что такое, Андрей? Аут, выступил. А там уже все обнимаются, все радуются. Мы снимаем обнимашки. Башкортостан зарулил сегодня. Сейчас придется им тоже приз вручать помаду. Все, победили. Башкортостан за рулем. Здравствуйте.
Костя, мы небольшую тут трансляцию ведем из Нижнего Тагила. Давайте вашему лучшему игроку подарим приз в честь победы. У нас команда заготовлена. Кому подарить? Или вам, тренеру? Нет, тренеру надо. Давайте вас много. Мы вам, вас наградим, берите одну фишку. И какого-нибудь лучшего игрока. Кто, по вашему мнению, стал? Кто больше очков набрал? Да. Я бы дал первому номеру. Давайте первому дадим последнее решающее. Она 39 сделала счет. Как зовут? Диана. А, фамилия? Шимарданова Диана. Позовите, мы вручим сразу же. Композиция из джаска. Диана, вас выбрали лучшим игроком небольшой приз от канала нашего из Нижнего Тагила. Поздравляем! Тагил рулит! Были в Тагиле? Были в Тагиле? Приезжайте, ждем. Обязательно, спасибо. Успехов.